коня еще собирается на завтра. Я решил сходить в бассейн. Окунуться, поплавать перед завтраком. Тогда лучше аппетит. Бассейн у нас рядом. Вот. 30 метров. Сейчас буду плавать. В басике. Сейчас пойду завтракать. Сейчас жду Таню. Пойдем на завтрак. Ресторан тоже у нас рядом. Он 10 метров. Сегодня день Святого Валентина, 14 февраля. Надо Тане подарить какой-то подарочек. Что-то придумаю. Таня пошла брать еду. Я сижу, еще не проснулся. Сейчас пойду тоже что-то возьму, посмотрю, что сегодня есть. Вот такая картошка, какие-то овощи тушеные, масло, джем. Лапша. Здесь лепешки лежат, пури индийские, мы их разобрали уже. Какие-то овощи. Это вообще называется пури, а не чапати. Есть пури и чапати, это пури. Вот арбуз порезанный на кусочки. Чай, кофе, сахар. Вареные яйца и сосиски с перцем, сладким и с луком тушеные. Ну вот, в принципе, и весь шведский стол. Сейчас что-то возьмем, будем жевать. И такого мы себе всякого. Вот. Сосиски, картошка, вот это вот пури называется, такая лепешка индийская. Вот она надутая такая, потом когда остывает, лопается, сдувается. Сок, ну, такой с мякотью, то есть натуральный, не такой, как обычно дают в Турции, там, ну, такой явно химозный. А здесь натуральные. И арбузики, яйца вареные. Такая еда здесь. Завтраки, в принципе, всегда однообразные. Особо такого разнообразия нет. Постоянно примерно то же самое. Я забыл свою эту. Смотри, пожалуйста, она там стоит. После сосисок. Подбилка. Одно, что у них тут острое все почти. Без перца не бывает такого. Какая-то лапша. Туда такая. Ого! Ух, ёп! Ладно, будем есть.
Таня сделала таких вот рыбок с песка. Марлина, акула, все же. И написала I love you, Goa. Приезжайте, друзья, в Goa. Вам понравится. Райское местечко. Кто не в курсе, это пляж Калангут. Это сегодня наше место. На самом первом ряду взяли два лежачка и к морю близко. Сегодня хотим таки доехать до Рамболя, попасть на вечернюю тусню там всю, послушать барабаны, посмотреть на весь этот креатив, который там происходит. Где-то в обед выйдем, думаю, туда ехать где-то минут 40. Покажем вам движуху на Рамболе. Шейк. Заказали себе чай. Масала чай. Вот он так выглядит, видите, он на молоке делается со специями. Прикольный. Вкус у него. Подошла торговка, предлагает нам сумки. Мы вот выбрали такую. Сейчас торгуемся. Такая. Не, ну вот такую нам. Все какие-то доска. Ну такого па. Ну вот. 150. 150. Ну нет и нет. Ну что ты? Рюкзак ты отдаешь за 150, а сумку нет. Это 350. Да, конечно. Ага, а чего? Почему? Это 350, а этот 150. Чего? Это не long time. Не long time. Это long time. Нейлон, а это лен, это одинаковая материя. Вот что. Материал другой. Что это? Что это материал другой. Покажи. Ну и что тут другого? Нет. This lining. Да. Gyps inside gyps. Там. Ну говори реальную цену, сколько? 150. Уже продала? Не? Максимум 300. Это дорого. Такую вот пляжную. За 200 рупасов. Хотела 400. На 200 сошлись. Так что приобрели. Сейчас еще закажем масала чай, чашечку понравилось. И смотрим цены. Кого интересует, могу показать. Поставите на паузу, посмотрите. Шопинг в Шейке продолжается. Теперь сари торговка продает. Достала кучу всяких. Всех цветов радуги. Таня уже там. А я пью масала чаек.
классная тема. Он такой пряный за счет специй. Варится на молоке. Не знаю. То есть не просто добавляется молоко в воду, а на молоке именно заваривается сам чай. Красота. Это шейк, называется Marina Shake. Он находится прямо напротив нашего отеля Paradise Village. Заходим и сразу здесь этот шейк. Нормально. Яркий. Сколько стоит? 350. Ага, ну если 350 просит, за 200 точно отдаст.